Северо-Восточный федеральный университет – это крупный научно-образовательный центр на Дальнем Востоке России, способный обеспечить современными специалистами. Мы – будущее России. Присоединяйся. Наш университет ждет тебя. Добрый вечер. В эфире профориентационная передача «Школа абитуриента». Сегодняшний эфир буду вести я, Елизавета Прокопьева. Мы продолжаем знакомить вас с факультетами и институтами Северо-Восточного федерального университета. Итак, давайте познакомимся с сегодняшними гостями. Это представители Института математики и информатики, а также физико-технического института. А именно, директор Института математики и информатики Вера Ильинична Афанасьева и директор физико-технического института Надежда Александровна Савинова. Добрый вечер. Итак, наши гости сегодня будут рассказывать о своих институтах, о нововведениях и изменениях. Первое слово я хочу предоставить вам, Вера Ильинична, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Традиционно абитуриентов, выпускников школ, которые в будущем хотят посвятить себя с профессией, связанной с математикой, с информационными технологиями, стать программистами, мы приглашаем на направление подготовки нашего Института математики и информатики. Наш институт создан в 1999 году на базе математического факультета. Сегодня у нас обучение ведется по 7 направлениям подготовки бакалавров и 3 направлениям подготовки магистров. Если сравнить, те направления, которые были в прошлые годы, то изменений в целом по направлениям подготовки у нас в этом году новых направлений не будет, кроме нового направления подготовки магистров на базе направления прикладная математика и информатика у нас будет открыта образовательная программа по вычислительным технологиям. Говоря о вычислительных технологиях, тут, наверное, надо отметить, что у нас третий год работает центр вычислительных технологий, где установлен самый высокопроизводительный на Дальнем Востоке суперкомпьютер, имеющий название «Ариан Кузьмин». И это сейчас большой центр, в котором работают молодые наши сотрудники, выпускники нашего института по направлению как раз прикладной математики и информатики. И, конечно же, мы связываем дальнейшие перспективные направления и в научных исследованиях, и в подготовке кадров именно по высокопроизводительным вычислениям, работа которых будет связана именно с вычислениями на суперкомпьютерах. Это, безусловно, вообще новое направление развития науки в целом в нашей республике. Это новые направления подготовки и наших студентов. Сейчас уже не просто нам важно готовить программиста, а мы должны готовить именно тех специалистов, которые уже могут писать программы именно на суперкомпьютерах. Говоря о традиционных направлениях подготовки, это, конечно же, остается востребованное направление математика. И тут, наверное, надо отметить, что математическому образованию в целом уделяется очень большое внимание. И в конце декабря 2013 года Путиным Владимиром Владимировичем, президентом Российской Федерации, подписан указ именно о концепции развития математического образования в стране. И тут, наверное, надо отметить, что четвертый год у нас будет работать в университете фундаментальная программа математического образования. И, конечно же, мы тех абитуриентов, которые знают и любят математику, которым нравится решать задачи, мы приглашаем к нам в институт, для того, чтобы они стали хорошими специалистами и не только математиками, а именно математика – это же та дисциплина, которая фактически для любой профессии востребована и бывает нужна. Сейчас вообще новые такие специальности, которые востребованы, это аналитики, допустим, логистики, это, безусловно, все те профессии, для которых именно нужно знать хорошую математику. Это и математическая экономика, и финансовая математика, такие как бы новые направления математики. И, конечно же, те, которые
хотят свою будущую профессию посвятить информационным технологиям. Тут у нас тоже несколько направлений. Это есть и инженерное направление, как информатика и вычислительная техника. И, конечно, бакалавры, которые будут обучаться по таким направлениям, как фундаментальная информатика, информационные технологии, как прикладная математика, информатика. В будущем вся их будущая профессиональная деятельность именно связана с программированием, с высокими информационными технологиями. Ну, мы все прекрасно понимаем, что сейчас в нашей жизни и компьютеры, и информационные технологии, они все больше и больше входят в нашу жизнь, уже даже и в бытовую, ну и везде, да, таких профессий очень много. Поэтому хотелось бы пожелать всем успехов в сдаче ЕГЭ по математике, по такому предмету, как информатика, коммуникативные технологии, ну и, конечно же, русский язык, потому что вот по всем этим дисциплинам, ну, это будут при поступлении на наше направление подготовки, это вступительные экзамены по этим дисциплинам. Ну и, конечно, мы приглашаем абитуриентов, которые хотят стать в будущем учителями математики, учителями информатики. Ну, тут дополнительно еще желаем успехов и в сдаче экзамена по обществознанию, ну, потому как при поступлении на направление педагогическое образование требуется и данная дисциплина. Далее предоставляю слово Надежде Александровне. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие телезрители. Физико-технический институт нашего университета берет свое начало с 1934 года, со дня основания педагогического института. Так что в этом году физико-математическое образование в республике отмечает 80 лет. Сегодня физико-технический институт готовит специалистов по 8 направлениям. Все направления относятся к приоритетным направлениям науки и техники в Российской Федерации. Мы сегодня готовим физиков по двум профилям – фундаментальная физика, медицинская физика, радиофизиков по профилю – электроника, микроэлектроника, наноэлектроника, радиотехников по профилю – радиотехнические средства, передачи приема и обработки сигналов, по энергетике – направление электроэнергетика, электротехника, профиль электроснабжения, по теплоэнергетике, теплотехнике, профиль энергообеспечения предприятий, по ядерной физике и технологии, профиль радиационной безопасности человека и окружающей среды. Также мы готовим по единственной специальности в Российской Федерации по направлению технологии художественной обработки материалов профиль технологии обработки драгоценных камней и металлов. То есть это специалисты технологии по гранильной промышленности и ювелирной промышленности. Ну и, конечно, готовим в рамках нашего института традиционно учителей физики и информатики. Ну, в этом году также будет объявлен набор на направление бакалавриата со сроком обучения 4 года. Вступительные экзамены математика, физика, русский язык. Но по педобразованию подготовка учителей физики и информатики срок обучения 5 лет. Так. И в этом году мы объявляем набор на магистерскую программу по педагогическому образованию. Программа будет называться «Приоритетные направления науки в физическом образовании». Форма обучения очно-заочная, но платная. Ну, туда, конечно, могут поступить учителя, работающие молодые, для повышения еще своей квалификации. То есть это должны быть учителя физики, информатики, высшей квалификации, которые способны готовить ребят к научно-исследовательской проектной деятельности. Так, ну, сегодня в институте у нас обучается около 1000 студентов. Так, преподавательский состав – это 70 человек примерно. Также к обучению привлекаются ведущие ученые Якутского научного центра САРАН, также ведущие специалисты, производственники. Так, и учебно-вспомогательный персонал – это тоже где-то около 70 человек. Так что коллектив института большой. Но в последние годы
в нашем институте открылись такие инновационные лаборатории, как графеновые нанотехнологии. Это вот сейчас самый передовой край науки, да? Так, лаборатории биофизики, лаборатория трехмерного моделирования и виртуальной реальности, лаборатория механотроники, ну и работа студенческое конструкторское бюро радиоэлектроника. Также преподаватели участвуют в выполнении различных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, принимают участие в грантах. Ну, скажу, что сейчас физико-технический институт участвует в выполнении очень крупного проекта совместно с ЗАО «Оптоган». Проект называется «Интеллектуальные системы управления сельскохозяйственным объектом с использованием светодиодной техники». Ну, здесь, конечно, принимает участие еще и Институт естественных наук, также вот и Институт математики и информатики, ну и, конечно, привлекаются студенты и аспиранты. Ну и сейчас вот готовимся также к участию в различных конкурсах, которые объявлены сейчас вот Российским научным фондом. Это новые проекты, да? Также Министерством образования и науки Российской Федерации. Так что институт растет, развивается, и я приглашаю абитуриентов на наш институт на вот очень интересные, востребованные направления. А вот сколько студентов обучается в Институте математики и информатики в плановых и коммерческих группах? Так, в Институте математики и информатики сейчас у нас более 800 студентов, ну, где-то порядка 827, ну, в том числе 88 студентов, которые обучаются на коммерческой основе. На 9 кафедрах у нас работает более 130 преподавателей. Ну, тут надо, наверное, отметить, что наши преподаватели обучают математике не только студентов нашего института, но фактически по всему университету, по всем направлениям подготовки, потому что высшую математику изучают все технические направления подготовки, да, изучают в финансово-экономическом институте и так далее. А теперь давайте озвучим вот нижние границы ЕГЭ, которые будут в этом году. В этом году, так. Угу. Вот как раз на ученом совете университета должны нижние границы утвердить вот в четверг сегодня. Да? Поэтому я сегодня думаю, что как раз вот 31 марта, когда вся информация будет на сайте, информация уже будет полная и окончательная. Но пока я могу сказать, что если в прошлом году, например, на профиль математика мы устанавливали для вот, образовательной программы математика нижнюю границу как 60 баллов, то в этом году мы ее снизили до 50 баллов. Ну, вообще вот прогнозируем так, что те абитуриенты, у которых и математика, и информатика будут более 50 баллов, то они вполне могут стать студентами. Угу. Поэтому, конечно же, желаем всем выпускникам успехов, ну, чтобы хорошо сдали единые госэкзамены и поступали. Угу. Что, Надежда Александровна? Так, ну, я вот скажу, что как в прошлом году было, да, значит, по физике и радиофизике в прошлом году нижние границы ЕГЭ по физике было 50, по остальным направлениям 45, по русскому языку по всем направлениям 42 было и по обществознанию 49. Ну, в этом году мы предлагаем, ну, по математике оставить такие же нижние границы, и по физике для всех направлений 45, и по русскому языку, ну, тоже где-то 40 баллов. Ну, еще я вот хочу сказать, да, в этом году, ну, при равенстве баллов ЕГЭ, допустим, если будет конкурс между там абитуриентами, да, то здесь уже будет учитываться индивидуальные достижения абитуриентов. То есть хочу сказать, чтобы абитуриенты в этом году подготовили свое портфолио, то есть это грамоты, сертификаты, участие в различных конференциях, соревнованиях спортивных, творческих конкурсах и так далее. Ну и все, какие там
будут приниматься, учитываться виды конкурсов и так далее. Да, все это вот в правилах приема будет. Что насчет вот трудоустройства? Ну, насчет трудоустройства, как я вот тоже сказала, в общем-то, наши студенты, они трудоустраиваются достаточно хорошо, особенно специалисты инженера по радиотехнике, по энергетике, технологи, они, в общем-то, очень востребованы, и особенно, конечно, в улусах нашей республики, там, где испытывается нехватка специалистов, инженеров. Но физики, радиофизики, они находят свое место в научной деятельности, преподавательской деятельности, но также на различных предприятиях республики. Так что без работы у нас никто не остается, а учителя физики и информатики, их вообще даже не хватает. Мы полностью не обеспечиваем заказ республики. В этом году наш институт заканчивает 194 выпускника. Ну, в основном бакалавры, которые заканчивают обучение, они будут продолжать свое обучение в магистратуре. Магистранты будут продолжать обучение в аспирантуре. Ну, вот те выпускники, которые получат диплом бакалавра, допустим, по информационным технологиям. Вот тут в этом году у нас прямо вот несколько выпускников, например, трудоустроились, допустим, в поликлинику номер один и IT-специалистами. То есть, вот как я уже отметила, что сейчас фактически все вот используют в своей деятельности компьютеры, компьютерные технологии, да, и понятно поэтому, что возрос интерес к такой профессии, потому, в общем-то, предприятия различных форм собственности заинтересованы в наших выпускниках, и, как правило, работу тоже все находят. Вот в этом году есть даже такие моменты, когда сами студенты, ну, будучи студентами, создают свои малые или индивидуальные предприятия, допустим, по разработке сайтов, ну, и трудоустраивают, тоже набирают своих однокурсников, ну, и вот таким образом получается коллектив, и, в общем-то, ну, мы радуемся тому, что они востребованы и находят хорошую работу. Угу. А вот по какому направлению подготовки бакалавров можно получить профессию программиста? Ну, вообще у нас направлений таких несколько. Это прикладная математика, информатика, это направление фундаментальная информатика, информационные технологии, это направление информатика, вычислительная техника, ну и педагогическое образование по профилю информатика. Вот это вот все направления, где ну, студенты, обучаясь, могут и программировать, и работать. Спасибо. Надежда Александровна, вот какие повышенные стипендии у ваших студентов? Так, ну, в нашем университете существуют повышенные стипендии правительства Российской Федерации. Если студент отлично учится, то есть за учебную деятельность, активно занимается научно-исследовательской деятельностью, так за успехи в творческой деятельности, в общественной работе, также в спортивной. И по всем этим пяти направлениям студент может получать повышенную стипендию по результатам своей деятельности. Это добавка к своей основной стипендии. Допустим, по учебной и научной деятельности в этом году дополнительная стипендия, ну, составила 15 тысяч. По другим 13. Ну, кроме этого, именные стипендии, стипендии правительства Российской Федерации. За День Победы. Да, президента Российской Федерации, ну и республиканские. Так что вот видов поощрения студентов за хорошую учебу и научную деятельность, общественную работу и творческую и так далее, в общем-то, достаточно много. Вера Ильинична, можете, пожалуйста, подробнее рассказать о группе МО+. Группа МО+, это группа, которая у нас обучается по экспериментальной образовательной программе «Математика». Ну, в общем-то, математика, понятно, что есть такая образовательная программа, а именно это по инициативе нашего ректора
третий год мы набираем такую группу студентов, абитуриентов, которые при поступлении имеют высокий балл по математике, имеется в виду балл по ЕГЭ, выше 73 баллов. Да? Ну, это понятно, что имея хорошую базовую математическую подготовку, они, будучи студентами, могут более углубленно изучать ту основную образовательную программу, которая предлагается в целом для студентов. И для студентов созданы хорошие условия в том плане, что мы их отправляем, например, на зимнюю школу в Московский государственный университет имени Ломоносова. Вот уже три у нас таких прошло школ всего, и зимние, и в прошлом, две зимние и одна летняя, да. Для студентов этой группы у нас работают приглашенные профессора, преподаватели, которые приезжают, ну, с того же Московского государственного университета, из Новосибирска. Вот были ученые из Беларуси, которые читают лекции, ведут занятия для студентов данной группы. Также у нас студенты этой группы прошли летом и языковую стажировку. И тут, ну, наверное, надо отметить, что одна студентка третьего курса в данное время проходит стажировку в Кильском университете, это в Англии, и мы надеемся, что у них, ну, у каждого, можно сказать, своя образовательная траектория, да, согласно которой они будут получать ту специализацию, по которой они хотят дальше продолжить обучение. Хорошо, спасибо. Давайте затронем такую тему, вот, тема общежития. Насколько обеспечены ваши студенты общежитием? Вера Ильична, давайте, Саша. Ну, вообще сейчас с общежитием, ну, я скажу так, проблем больших нет. Поэтому те, которые поступают к нам, то общежитием они обеспечиваются. Хотя к нам поступают больший процент ребят из районов, да, но тем не менее, если, может быть, осенью бывает какой-то конкурс, да, то, в принципе, в течение года, по крайней мере, уже к весне проблем нет. Угу. Надежда Александровна? Ну, у нас тоже такая же ситуация. В принципе, вот осенью, конечно, бывает конкурс, но в течение года, в общем-то, все нуждающие, они получают место в общежитии. Хорошо. А есть ли в Институте математики и информатики вот заочное отделение? Можно поподробнее? Нет, вообще заочное отделение у нас заканчивают только те, которые поступили вот 5-6 лет назад. Да, у нас 4 года на заочное обучение прием уже не ведется. Заочное отделение у нас было открыто в то время, когда мы брали выпускников, допустим, педагогических колледжей в Якутске и в Вилюйске, ну, для того, чтобы они, например, получив диплом учителя математики, могли продолжить свое обучение уже заочно, да, стать учителями математики, допустим, для старших школ. Но так как сейчас в педагогических колледжах закрыты направления вот подготовки по математике, информатике, то, соответственно, у нас заочного отделения также нет. Вообще, вот говоря в целом о студентах, вот я хотела бы еще обратить внимание на то, что сейчас вообще для студентов университета в целом очень много возможностей для выездов, допустим, за рубеж, да, очень много есть конкурсных программ, грантов, главное условие которого, чтобы студент, ну, кроме того, что он учится хорошо, он должен свободно владеть иностранным языком. Поэтому хотелось бы, наверное, и к абитуриентам обратиться, чтобы изучали иностранные языки. Надежда Александровна, может, у вас тоже подытоживающие слова какие-то? Мотивация должна быть, да, чтобы стать успешным, а университет, в общем-то, предоставляет все условия для успешной учебы и, ну, развития самого студента. Хорошо. На этом завершается наша передача. Спасибо сегодняшним гостям за беседу. Смотрите нас в следующий четверг в 20:00. К нам придут представители Инженерно-технического института, Автодорожного факультета, Технологического института. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Ну а я с вами прощаюсь. До скорого. До новых встреч. Спорт. Здоровый образ жизни. Развитие инновационных технологий, научно-исследовательская деятельность – это основной закон учебы в Северо-Восточном федеральном университете.
Присоединяйся. Наш университет ждет тебя.